Згідно із дослідженням Інституту Горшеніна, у кожній 10-й сім'ї живе наркоман. За неофіційними даними, всього в Україні кількість тих, хто регулярно вживає наркотичні препарати, може сягати 1,5-2 мільйони осіб. За словами експертів, основні негативні наслідки від таких масштабів розповсюдження наркотиків нас очікують у майбутньому. Боротьба триває, і методи бувають різними. Поряд із державними закладами, які надають допомогу наркозалежним, успішно функціонують реабілітаційні центри, засновані при громадських організаціях. Сьогодні будемо спілкуватися із хлопцями якраз на тему альтернативного виду лікування наркозалежності. Власне, чим відрізняються ці методи від визнаних офіційною медициною, дізнаємося у Ігоря Щеглова, керівника громадської організації «Центр здорової молоді», і Сергія Макарова, координатора реабілітаційних центрів. Добрий вечір. Добрий нашим гостям. Итак, общественная организация и реабилитационный центр. Каковы функции этих структур двух? Я отвечу. Можете, да, кто получит. Эти функции, да. Функции именно реабилитационного центра. Вы еще заранее говорили, что это чем отличается от каких-то государственных учреждений и так далее. Чем занимается реабилитационный центр? Он именно занимается психосоциальным восстановлением личности, духовным восстановлением личности. То, чем в нашем государстве, в принципе, не занимается ни одна из государственных учреждений, ни одно. То есть наркологический диспансер, больница, помогают человеку справиться с физической абстиненцией. Медикаментозно. Выводят его из состояния похмелья, бадун в народе называют, то есть из состояния ломки наркомана или из состояния, как говорят наркоманы, кумарит их. Только этим занимается. Дальше это уже работа реабилитационного центра. Это социально-психологическая работа, достаточно долгая. То есть курс реабилитации порядка 6 месяцев, как минимум, да. И там идет психосоциальное восстановление личности уже. Общественная организация чем занимается? Вот Центр здоровой молодежи. Центр здоровой молодежи занимается в городе, да, в городе Днепропетровске, занимается наружной рекламой, занимается проведением различных акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни. На всю работу направлено именно на то, чтобы эта проблема была прозрачной, чтобы каждый мог знать, куда обратиться, столкнувшись с проблемой. То есть проводим различные акции, чтобы просто люди знали о том, что есть такие организации, о том, что выход есть. Потому что, к сожалению, в нашей стране люди, сталкиваясь с этой проблемой, даже не знают, куда идти. То есть они 8 раз, 10 раз обращаются в наркологические диспансеры, а дальше не знают, что делать. Вот. А как вы оцениваете вот, методы работы государственных учреждений, то, что мы с вами назвали, да, и даем понять нашим зрителям о медикаментозном лечении? Вот как вы оцениваете, это правильно ведется? Ну, с вашей точки зрения, вы знакомы с этой проблемой. Так ли нужно вести подобную работу? Ну, тут одного, знаете, тут одного без другого не бывает. То есть не бывает реабилитационного центра без наркологического диспансера. И мы во всех областях, в которых существует наша организация, также в Днепропетровске, стараемся сотрудничать с докторами, да, и именно с диспансерами наркологическими. То есть они проводят человека медикаментозно и отправляют его уже на реабилитационный центр. То есть эта работа тесно связана. К сожалению, какие еще государственные? То есть государственных реабилитаций в Украине, к сожалению, есть только две. Это в Днепропетровске и в Киеве. Они могут в себя вместить порядка 60 человек. Вы сами озвучивали данные, то есть у нас люди с такой проблемой 2 миллиона, это просто на бумаге. Еще наркологи говорят, можно умножать эту цифру смело на 5. А Украина может вместить только 60 человек, то есть на реабилитацию. Поэтому мы сотрудничаем со всеми докторами, и они понимают важность и нужность именно реабилитационных центров. А вот, Сергей, наверное, к вам вопрос. Идут ли навстречу вот, добровольно, да, лечение должно проходить добровольно, да? Есть такие люди, которые противятся лечению, и вы как-то их, вот, ну, я не знаю, как это назвать, обрабатываете, уговариваете, да, завлекаете, возможно? Ну, я непосредственно занимаюсь консультированием таких людей. И могу выезжать и консультировать родителей их. Если человек, допустим, он не хочет добровольно ехать, то я могу с ним поговорить, провести мотивационную консультацию, консультацию равный равному. И у человека тогда появляется большее желание, и он уже готов к нам ехать и выздоравливать. Вот реально появляется, да? Реально что появляется. Что говорите? Говорите о вреде, но это, в общем-то, ну, да, как бы такой известный факт. Мы приводим примеры, как бы говорим о вреде, могу показать видео, я вожу с собой. Страшное. Да, ну, вот.
Ну, такого, Днепропетровске да. реально картина улучшается или действительно цифры плохие? Ну, мы не можем этого так отследить сразу. Как бы, через наш центр буквально за 9 месяцев прошло 60 человек, которые сейчас находятся в трезвости. Не возвращаются. Сколько, есть ли случаи возврата, да, вот когда человек проходит лечение и, может быть, даже какое-то время и достаточно длительно живет без наркотиков, а потом все-таки возвращается? Бывают такие случаи, если человек не выполняет вот рекомендации после реабилитации. Угу. Такие случаи бывают. А рекомендации, кроме того, что не употреблять, они каковы? Что советуете? Ну, это понятно, работа, семья, да, это какой-то здоровый образ жизни. Конечно, не... Ну, начинают же люди и в таких условиях, да, начинают употреблять наркотики. Не возвращаться в тот социальный круг, в котором они жили. А каким образом это можно сделать, если человек, ну, вот жил в этой квартире, да, и нет у него возможности там поменять район, да, приходит он, а там те же друзья, те же соседи, что были раньше. То есть человек, прошедший у нас уже реабилитацию, он за это время приобретает себе новых друзей. То есть другой круг общения у него появляется автоматически. Он уже общается с людьми трезвыми. Даже если он живет на старом своем месте, то люди, которые с ним раньше общались, ну, они ему уже не интересны. И он общается с трезвыми людьми. Вот трезвое общество, как бы, и это в этом плюс. Ну, давайте, заканчивается наше время, давайте вы расскажите, где вас найти, какие-то контактные телефоны, как вам обращаться. Я думаю, что очень много людей с подобной проблемой. Ну, озвучьте, есть у нас телефоны на экране, и есть назовите, телефоны, может быть, да, да, есть адрес. Телефоны на экране, адрес, ну, адрес есть в интернете, можно набрать «Центр здоровой молодежи», на в любой поисковой системе, посмотреть наше видео можно, то есть в любой, тоже опять-таки, YouTube, где угодно, набрать нужно «Центр здоровой молодежи», и вы найдете наши номера есть сейчас на экране, так что звоните, будем общаться. Спасибо большое. Успехов вам в вашей работе, спасибо. Очень сложной. Угу. Я дякую Ігорю Щеглову, керівнику громадської організації «Центр здорової молоді», і Сергію Макарову, координатору реабілітаційних центрів. Ми говорили про методи боротьби із залежністю від наркотиків.